Все, вот так, держи пальцы, не закрывай. Ты меня будешь видеть. Так, ну вот опять подскажу, стабилы. Сброс позиции. Надо вес захватить. Дорогу покажешь. Ну какую? Да. Вот так. Плавненько, плавненько вот так. Да. Так, отключил ты его? Вот так вот, чтобы голова была видна. Да, голова видна. Вот. Еще подсказочка. Ставь на ноль. Сейчас, вот, вот это. Сейчас будет станция, там под входной 50 километров. Я пневматикой. Говори пневматикой. Так, нормально держи? Нормально, нормально. 50. Нормально, вот предходной светофор. Ты можешь отпустить пока? Нет, обирать не буду. 47 нормально, 48. Может даже сбросить, потому что не себе. Но может пошел. 49. Так, внимание. Да-да-да. Вот смотри, на мачте знак какой? Приготовиться к опусканию. Нет. Приемника. Нет. Отключить то. Не трогай, не трогай. Ничего не надо отключить. Это для свиньи. Да. Потому что я говорю, отключи, что я не знаю, что там в программе мы можем, чтобы отключить только это, то есть он полностью. Ну, его можно отключить. Так. Теперь внимание. Вот на мачте знак какой? Немножко плохо. Поднять такое показать. Ну или что было включить? Включать, значит. Включить ток на электровозе. А это что значит? А это значит, вот, смотри. Вот за мачтой сигнал сбоенный. Это что? Вот. Включить ток. Нет. На мотор в вагонном подвижном составе. Тот на электровозе, а это на электричестве. Почему они два раза? Так, ну, включается вагон, я так понял. Правильно, потому что вагонов больше. 4 пантографа, 5 пантографа. Надо, чтобы они проехали нейтральную вставку. Потому что один, поэтому ну, ближе за нейтральной вставкой ставят. А по мотор-вагонному подальше, чтобы вытащил весь состав за нейтральную вставку. Все потом нейтральную вставку вышли. Так, сейчас у нас 55. Нормально? Так, давай еще поаккуратнее. Вот станция, по станции 50. Давай обратно. Держи, держи, не урони. Держи, держи. Даже 40 у меня скорость падает. Ну, пускай тормозит. Команда отпущена. Ну, так, убирай тогда. Хорошо притормозил. Здесь спуск. Стоп, 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 сейчас забуксуешь. Забуксовал. Песок. Ну, можно не песок, а лучше сбросить немножко. Крепко. Да. Вот. 5. Это слишком, потому что оно... Вот, видите, здесь даже небольшой спуск. Вот так дал току, что еще чуть-чуть вообще защита не сработала. Хорошо, выходовой. 5. Вот.
сейчас он так сам расскажет. Собственно, здесь до первого проходного светофора и сядет. Тогда можно набирать. Так, внимание, какой светофор? Зеленый выходной. Нет. Зеленый это зеленый, но не выходной. Он мигающий? Нет. Мигающий. Щит какой? Ромбовидный. Квадратный. Квадратный. Ну, это такой светофор. Не могу сказать. Там не написано. Повторительный светофор, что на нем можно говорить? Ну, он дублирует светофор, который стоит. На нем может гореть либо зеленый, либо лучевой. Если горит зеленый, значит что? Значит, можно ехать. Значит, основной открыт. Что на основном горит, это другой выход. А вот основной. Вот, а вот основной выходной. Если же повторительный не горит, значит, основной закрывает. И тут надо пример тормаживать. Ну давай вот выбирай. Скорость растет, потому что можно подобраться. Только он не снимал, вот сейчас так съемка пошла. Только сейчас? Да. Мы да. положим. Почему? Ну потому что вот секунды пошли. А что же ты меня так поставил? Ну я тебя поставил, наверное, пальцем случайно. Наверное, пальцем задел случайно. Ёлки-палки. Теперь заново? Ну, немножко панораму поснимай, так что поинтереснее. Да, вот так вот. Да. И все, скорость в основном. Вот. Тренажер был 80. Держи, что да, держи вот так. Ну вот, теперь можешь набирать для отказа. Проехали сейчас на До 80. Да, давай еще. Ты до 80 не расходишься точно.
А до какого максимума идет здесь? А то, что здесь можно. Вот последний. Вот он, видно. Вот здесь ему вот это ослабление поля, третья позиция. Локомотив. Встречный поезд. Ну все. Все. Да. Встречный. А рекуперация еще будет или нет? Вот сейчас доберемся, если доберемся, тогда там можно рекуперировать. Разглядел? Сейчас, да, свистов. Ну, убирай ослабление. У меня там на тренажере высвечивает сразу плюсик, если свисток подал правильно, и ну, в так называемой ленте, которую тоже можно печатать, выводить. Да, тут больше 3 минут уже можно останавливаться. Во-во-во, теперь нормально. Хорошо, да. Вот, за следующий кривой правый. Вот эти ворота. Вот наведи на руку сюда вниз. Смотри, что вот мы постоянно подсыпаем песок, что очень большой процент. Так, кривой не очень машету все. Так, теперь давай наводи на ворота. Плавненько, 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 не спеша. Вот так. Вот. Скала. Да. Вот, и прорублена. Да, да, да. Вот, красиво. Вот сейчас. Ну вот, прибываем на станцию. Отпускай кусок. Все. Теперь самое, мы влезли на вершину Яблонного перевала. Еще, значит, чуть-чуть на самой верхушке будем. Оттуда спуск. Вот оттуда на тормоза. Позиции сбрасываем. Пока не надо. Пока не и так. Скоро. Не, когда рекуперации мы будем работать или нет? Чтобы... Будем. Сейчас вот выйдем. Ну, пускай снимает, а тут сейчас уже недолго, сейчас начнется. Так, резко не надо, а то на экране будет очень мелькать. Да. Надо плавненько. Плавненько, аккуратно. Чем медленнее, тем лучше. Вот, станция Тургутуй, на самой верхушке Яблонного перевала. Вон опять платформа, 3 бревна. Так, отключи тягу с ТВВ. А что выскочило? Что-то что, кончилось, что ли? Аккумулятор у меня. А, аккумулятор. Не страшно. Так, я говорил, светофор какой? Дублирующий. Повторительный. Повторительный. То есть впереди зеленый, можно будет проехать. Да.
повторите. Так, ставь 0. Вот. У нас ток отключен, а между прочим, скорость. Вот. Внимание начинает увеличиваться. Значит, что? Вот. Так, плавненько вниз опускай на рукоятку, на вот эту вот. На рукоятку. Вот, вот. А ты бери за эту рукоятку, один щелчок на себя. Раз. Теперь смотри на пульт. На пульт наверх, направо. Вот, погасло. Погасло. Набирай. Набирай, набирай. Вот. И ставь 50. Здесь ограничение небольшое. Вот. Два, это самое, два пикета за проходной светофор, скорость 50. Вот, можешь показать, да, покажи это, вот рукоятка. И вот скорость торможения. Теперь вот, плавно, вот сюда, на скорости вверх, вот, и налево показать путь. Вот. Я буду дома вот. Просматривать, тренироваться тоже смотреть. Да? А скорость 49. 49, я же говорю, через 50 ограничений. Два пикета за проходной светофор. Что такое пикет, знаешь? Нет. 100-метровый столбик. Километровые столбы, знаешь, вот стоят? Вот такие, да. Да, вот. А между ними 10 через 100 метров. А как машинист определяет, на каком участке идет ограничение скорости? А ему дают вот такую вот бумажку, вот, предупреждение на поле, здесь написано. Угу. Но здесь указаны какие-то, наверное, пикеты или расстояния? Указан километр, пикет, и что на какая скорость, и что там. Допустим, работают люди, скорость такая. Ну вот, практически мы проехали, немножко отпусти до 70. Резкость не упал? Нет, нормально. Вот. И вот на этих 70 километрах вот, сейчас будем ехать почти до конца. Все, можешь руки складывать на груди, животе или на пузе. Вот. Чуть-чуть подальше, чтобы было видно. Вот скорость торможения 70. Вот так. 70. Рекуперативная рукоятка. Вот. И, собственно говоря, там момент остановки только и все, выключение электровоза. Давай вот сюда. Все. Просто плавно, только клади пальцы, бери вот эти. Так, ну не столько прибора, сколько вот это снимал. Приборы уже не снимал, по-моему. Но меня тоже сними издали. Вот оттуда, сколько хочешь. Поровняй камеру, чуть выровняй. Вот. Так, два щелчка красно сюда. Щелк отложил. Вот. Хорош. А при этом все равно магистраль срабатывает? Нет. Нет. Это перекрышка. Это фиксирует. А перекрышка что это? Фиксирует давление. Которое причем четвертое положение это грузовая перекрышка, а третье высокая пистоля. Ну вот, я здесь так вот по-хитрому торможу. Так, вот чуть-чуть на себя, вот пятый промежуточный. Вот. КПСТ называется, кружечное служебное торможение. То есть уже пошло. Уже начинает, да, снижать давление, медленно. Вот, поджопный страстный. Субтитры сделал DimaTorzok.
на станцию наведи, чтобы вас подъезжали. Налево, налево, на станцию. Так. Вот. Теперь этот кран сбрасываешь до нуля, быстро по порядку. До конца, до конца, до конца. Вот. А это ставишь в крышку. Раз. И вот давление пошло там же жениться. Немножко рано. Может отпустить? Да, отпусти. Нет, и не надо. Не дотянули меня. А если на первую позицию попробовать? Да, у нас это не так пойдет. Он спустя такой, все спустя. А куда надо обращать внимание к тормозам? Тормозные цилиндры. Это через пневматику, а управление через электричеством. У него срабатывает сложно, тормоза очень плохо. Здесь вот даешь, смотришь по моменту, сколько ты снизишь, а там он как кран поставил буквально на пару тройку секунд. Раз, вот, пока не надо. Превышение 50, превышение 40, полное служебное торможение. Ну вот, вот мы ехали. Ехали, вот это скорость. Вот это давление воздуха тормозится. Вот это время. Вот каждые полчаса на паре. На полчаса всего рассчитано. Так, а сверху у меня такая же лента высвечивается. То есть верхняя это. Вот это вот время. Скорость, это время. Да. А скорость двигателя? Вот, вот скорость. Ага. Вот здесь показано вот, километр. Средняя черная. Вот это? Ниже. Вот это? Да, это давление воздуха тормозного дистанции. А вот выше которого вы показали? Вот это? Да. Это сигнал. Это вот в данном случае кажи. Ага. Вот это... Вот сейчас где? Сейчас. Вот это вот, по-моему, вот, отправляется вот такой. Вот это, по-моему, желтый. Или это, да, это вроде желтый. Желтый. Так. Вот, а это вот нажатие рукоятки внутренности. Ну вот, проехали. А нижняя скорость? Ну вот это вот самое главное. Это самое главное. Так. Ну вот, станция Сахандо, 11.55. О, посмотри, приехали. Приехали в 11.55. Без опоздания даже. А как отключать? Вот включение это понятно. Теперь... Ну, отключать это так же, тут самое, отключаешь компрессор, вспомогательную машину, цепь управления, опускаешь пантографом. Вот. Ну, да, давай забыл. Ну, собственно говоря, сейчас уже выключено. Все. Да, и не тебе. Это вентилятор и на себя. Когда вспомогательную машину отключаешь, оно все выключается. Вот. Вот так вот. Все, спасибо большое. Все. Приехали, держи. Да.
Сейчас я отключу. Да, отключи.